Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы играем в пейнтбол. Чё я забыл опять? Да, на сервере хай пиксель, да. Ой, всё, убил, отлично. Чё-то я под ноги стреляю всем, не знаю почему. Может, сплэк переиграл? Блоки пытаюсь разрушить, да. Так, стреляю. Ой, там чё-то кто там бегает. Так, постреляем и туда, постреляем и... О, отлично. Четверых. Чё, тогда так будем стрелять и всё. О, ещё одного убил. Ой, это чё за... Чё это было вообще? Кто-то зарычал и меня тпшнуло на базу. Или это кто-то чё-то купил? Ох, как двоих. Вообще отличная точка. Опять чё-то зарычал. Ой, фу. Так, что-то я вообще потерялся в этом мире. Ладно, убили. Ух ты, нифига себе, у нас уже 15 киллов. Что-то я как-то даже не заметил. Что так, тогда будем... Что, убили его? Так, стреляем туда. Одного убили. Опять стреляем туда. А, это не... Это наш... В смысле, с нашей команды. 16 киллов у нас есть, и разрыв у нас намного больше, как бы. О, убили. Отлично. Так, а вы там что делаете? Делаете за стеклом? Да что-то... А, это TNT появляется, когда вот кто-то речит. Так. Нам бы еще 2 килла было бы отлично. Если честно. Очень таки нужно. А, да. Два снежка погоды не сделают. Хотя одного убило и так, и так. Ладно, убили. Тогда я TNT опять вызову. Нет? А, у меня нету TNT. Рэмбо, какая-то... Рэмбо... Килл коинс какие-то... Короче, я жизни своей команде пополню. Там не хватило, чтобы купить. Ну, в принципе, мы и так выиграли. В принципе, тогда сейчас нажму на паузу и продолжим в следующем раунде. Да. Итак, мы продолжаем второй раунд. Карта какая-то, не помню. В принципе, прикольная. Так, там уже обстрелы идут. Сейчас немножко дальность увеличим. Ой-ой-ой, там уже. Ходят какие-то. Да. Отлично. Да. Карта... А, я и так одного убил. Как-то не заметил даже. Чё за обстрелы? На спаун. Вот эта хрень вообще полная. Вот так, такое меня всегда бесит. Я даже не знаю, кто где может быть. Это какая-то карта странная немножко. О, а убил. Офигеть, тут пол этих АФК стоят. Да, вообще как-то неудачная позиция для команды, даже можно так сказать. Валим, обстрел. Ух, какой обстрел.
Да. Запустил туда раз, убил сразу пятерых вроде. Ой. Слушай, да вы уже задрали на базу стрелять. Чё за хрень? О, ни хрена себе, уже нюк купили. О, отлично. Да, я так понял, что тут лучше за эту команду не играть, которая спавнится вот тут. Так как это бред вообще полный. Тут вот такие дебилы забегают, тупо стоят и стреляют в одну точку. Где кто выбегает, сразу в них попадают. Вот, смотрите. Хотя я двоих и так убил, или одного, или двоих, или одного, или двоих, или... Ой-ой-ой-ой, о, одного убил. Ой-ой-ой-ой, куда? О, еще одного убил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, и так его убил. Да. Да, отрыв тут, конечно, сдуреть можно. Да. Место для спавна команды вообще. Короче, сейчас нажмем на паузу и продолжим в третьем раунде. Итак, третий раунд. Мы продолжаем. Главное, чтобы опять какая-то... Не... Да вы издеваетесь. Я выбежать даже еще не успел. Красные тут какие-то. Красные. Иди... Убил. Отлично. Да, красные уже на первом месте. Хотя отрыв не... Вот и выбежал неожиданно-то. А? О, красный. Валите этих всяких тут таких красных. Да чуть-чуть попади ты уже в него, а? О, двоих убил, отлично. Вот это там еще красные бегают. Красный. О, как я его убил. Че, сейчас опять на базу так будем стрелять? Ага, если бы. Ой-о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 й
Как я его зацепил с одного снежка. Да ты твою ж... Харе спавн килить. Так. Где вы? Красные. Красные опять лидируют. В смысле, не опять, а как бы другая команда. Ладно. В принципе, один раунд мы уже и так выиграли, поэтому... Ух, да ты издеваешься. Да откуда? Чего вы так неожиданно-то стрелять начинаете? Во, отлично, попал. В принципе, разрыв-то не скажу, что очень такой огромный. Но это и так бесит. Чё ты? Твою. Так. Убили. Этого убили. Убили. Опять кто-то что-то соспамнил. Или Крипера, или ТНТ, или все-таки да, нашу команду слили. В смысле. Да чё вы такие-то. О, как я... А, ну как-то убил я его. Да, разрыв все-таки действительно большой. Я не думаю, что моя команда сможет как бы выиграть. Ага. Ты чё там превратился в синего? Я видел, он с красного синим стал. И чё ты думал, тварюга, ты меня... Обманешь, да? Не.
Парни, 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 давайте, валите их, валите, валите. Да откуда? Че вы такие-то снайперы? Даже не снайперы, а какие-то везучие скоты. Обстрелы тут, конечно. Давайте, давайте, валите, валите их. Может, все-таки... Че, убили его? Убили. А опять кто-то там заспавнил. Какое-то... Ни хреново я обернулся тогда, когда уже ТНТ сзади меня был. Фу, так, два раза я заспавнил, плюс там пару жизней нашей команды. А опять кто-то что-то заспавнил. А, я, кстати, еще одного убил, не знаю как. А мы выиграли. Отлично. Фу, 12 киллов, неплохо, неплохо. Два раунда мы, в принципе, выиграли. Я думаю, на этом уже можно закончить эту серию, так как три раунда мы сыграли, два раунда мы с них все-таки сумели выиграть. Я думаю, на этом, да, действительно, уже можно закончить. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Нравится этот режим. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем удачи. Всем пока.